Всем привет, дорогие друзья, с вами Фростик, и сегодня, как я и обещал, мы с вами поговорим о самом популярном микрофоне на AliExpress. Называется он MIG 666, и я его покупал в августе за 631 рубль. Продавцы просто посходили с ума, и серьезно, если вы зайдете на AliExpress и будете искать себе микрофон для компьютера, их будет тысячи, один и тот же, с разными ценниками, с разными предложениями, где-то с поп-фильтром, где-то с упаковки, где-то без. Но факт в том, что, наверное, 80% микрофонов на Алиэкспрессе это именно он. Давайте посмотрим, сколько он стоит сейчас в сравнении с тем, когда я его брал в августе. В принципе, он подорожал всего на 20 рублей, и 11 числа на распродаже будет стоить 592 рубля. По факту это очень дорого. Плюс теперь еще и доставка платная, а у меня было все бесплатно. Стоимость этому микрофону, по факту, рублей 400 максимум. Качество записи просто отвратительное. Кроме того, он подключается через мини-джек 3.5, и если вы будете подключать к ноутбуку или компьютеру со встроенной звуковой картой в материнку, звук будет просто отвратительный. То есть вам придется еще покупать звуковую карту, либо китайскую, либо не китайскую. Если вы собираетесь покупать там же на Алиэкспрессе, то посмотрите на моем канале ролик про звуковую карту за 600 рублей от Ugreen. Она отлично подойдет под такого рода микрофоны и наушники с 3.5 мини-джеком, то есть там хорошее качество, хороший звук. В общем, ролик посмотрите, ссылочку в описании под видео оставлю, или же воспользуйтесь поиском по каналу. Блин, забыл, о чем я говорил-то. То есть, отдав 600 рублей, пусть даже 500 за этот микрофон, вам еще придется отдать 500-600 рублей за звуковую карту, если китайскую, или же в районе 5-7 тысяч за нормальную звуковую карту, чтобы добиться хоть немного сносного звукозаписи. Собственно говоря, я записываю этот ролик через OBS, и там достаточно хорошая обработка звука, и вот на данный момент вы слышите звук через этот самый микрофон. И думаю, вы слышите, насколько он ужасный. Да еще и мне пришел без поп-фильтра, хотя он не так сильно исправляет ситуацию на самом деле. Ну и да, конечно же, этот микрофон подключен через звуковую карту внешнюю, не напрямую к компьютеру. Запись звука через подключение напрямую к компьютеру я вам покажу чуть позже. Пип! Примерно вот так выглядит микрофон, если вы можете его разглядеть среди моего хлама на столе. Пришел он вот в такой упаковке, без какого-либо названия бренда, только с описанием характеристик, и в принципе на этом все. Никакой комплектации не было, только тренога, микрофон и шнурок. В целом микрофон выглядит достаточно добротно, но как по мне испортили его этой надписью о том, что он конденсаторный. Микрофон SF-666. Качество пластика здесь достаточно неплохое, но и нельзя сказать, что оно отличное. В моем случае не было поп-фильтра в комплекте, к сожалению. Либо меня обманули, либо продавец меня просто кинул. Ну да, неважно. За такие деньги вы можете найти нормального продавца, который вам еще пришлет специальную такую штуку мягкую, благодаря которой у вас будет качество записи гораздо лучше. То есть не будет шипений, кряхтений, свиста и лишних шумов. То есть здесь все максимально просто, как вы можете заметить, и здесь под сеткой находится один маленький конденсаторный микрофон, который можно купить в принципе в петличке рублей за 40 на Алиэкспрессе и собрать что-то свое, также приколхозить и работать будет абсолютно идентично. Также этот микрофон постоянно ругают за то, что он неплотно сидит в этой треноге. В принципе, я его за это ругать не буду, у меня никаких проблем с этим нет, только я одно не пойму, как он правильно должен стоять и с какой стороны он лучше пишет звук. Хотя, в принципе, он выглядит ничего так. Вот так микрофон записывает звук при подключении напрямую к материнской плате на ПК и, думаю, также будет звучать при подключении к ноутбуку. То есть вы понимаете, да, то, что без внешней звуковой карты, даже самой дешевой, тут не обойтись. Забавная ситуация, я тут себя послушал на записи и в принципе вроде как записывает сносно.
В общем, я хочу подвести такой маленький итог. Если вы хотите купить себе микрофон для каких-нибудь стримов, для конференций и так далее, он не подойдет, потому что он конденсаторный. А это значит, он захватывает абсолютно все шумы, которые происходят вокруг вас. То есть это шум кулеров компьютера, это, например, дождик, как у меня сейчас за окном зимой. Это кто-то разговаривает или смотрит телевизор в соседней комнате, то есть это крайне неудобно и как бы, ну, единственное в чем плюс, это если вы находитесь где-нибудь на кухне и разговариваете по скайпу или в TeamSpeak, то вас будут слышать 100%. Ну и в целом, после некоторой обработки, если заморочиться с некоторыми программами записи звука, можно выжать из этого микрофона достаточно, ну, более-менее хороший звук, то есть бюджетный вариант такой, ну да, видосики на ютубе поснимать, например. Если действительно вам нужен качественный звук и поэтому вы ищете себе микрофон, то этот кусок пластмассы точно не для вас, и советую вам посмотреть в сторону нормальных микрофонов, которые, во-первых, подключаются по USB, во-вторых, желательно, чтобы они имели свою встроенную звуковую карту, в-третьих, не покупайте Blue Yeti ни в коем случае. Короче, если вы покупаете этот микрофон для того, чтобы просто пообщаться по интернету, чтобы не заморачиваться с наушниками, чтобы, может быть, даже вы начальный блогер и только-только начинаете развивать свой канал и нету денег на нормальный микрофон, то это вариант идеальный. Если вам нужен качественный звук для того, чтобы вести какие-то стримы, или вы уже достаточно состоялись, скажем так, то явно это покупать не стоит, потому что, думаю, вы сами слышали звук и, думаю, мало кому он понравится. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать интересные ролики, ставьте лайки, чтобы я не ленился что-нибудь там снимать. До новых встреч, всем хорошего настроения, пока-пока.